Берется каждый член семьи, умножается на 18 метров. Это будет площадь, которая льготируется. И совокупный доход семьи. Все складывается, и вот так, так работает эта формула. Но региональные стандарты сейчас не вредят вот этой формуле. Они стали адекватными. Они ничего не усредняют. Они никого не ставят в неравное положение. То есть, сейчас все становится гармонично. Ни один человек, ни одна семья, если живут в пределах социальной нормы площади жилья, не заплатят после 1 июля больше 20% своего дохода за жилищно-коммунальные услуги. Угу. Включая плату за капитальный ремонт. Включая плату за коммунальные услуги, включая оплату за жилищные услуги. Полностью вот эта вся квитанция за жилищно-коммунальные услуги, значит, не больше будет 20% их дохода. Вот, вот в чем смысл. И это большой прогресс. И вы найдите мне еще пример, мы не смогли. В каком другом субъекте Российской Федерации так работает эта формула? Региональные стандарты не усредненные, а адекватные каждому платежу человека.